Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Лиля, привет. Кто такой? Короче. Ну, так-то мы давно не виделись, но... Ладно. Я хз, что есть перед тренировкой. Короче... Кот достал меня. Чё скажешь? Чё мне съесть? Я подумаю. Может, тортик съесть? Или шаурму? Ладно. Да ладно, все, без обид. Надо, короче, интернет подключить на телефон. Решил не есть, а попить, и все, мне хватит. Ну что ты? Ща, подожди. Ну чё молчишь? Короче, у нас сегодня было 8 марта, да? Короче. Стрит типа модный. Типа пидор, меня бы отпиздили уже давно. Ладно, я не матерюсь. Все. Там же, типа, это, короче, как сказать, некрасиво с девочками материться, вот. Сейчас заеду в планету, куплю намотку и поеду на тренинг. Типа культурный, да. Ну ты мне сказала, что типа садишься на диету, я теперь вообще не ем тоже. Это заразно. Да хватит, я не каждый день в планете, я не мажор, как некоторые, присутствующие здесь. Кстати, эту футболку вчера себе купил.
Круто, круто. Понимаешь, короче, кот. Я знаю, я тебе сказал. Короче, кот, да? Вот. Безобразный кот. Понимаешь? Ко мне только за едой приходит. Не буду снимать, как я ем, просто.